Хорошо, чтобы апелляцию допустили. Потому что могут не допустить, могут не допустить. Подогнал, чтобы в праздники совпали, чтобы апелляция не прошла. Нужно апелляция и нужен суд. Апелляционный, полный беспредел. И нужно обратиться в Владимир Владимирович Путину. Вот здесь находится потерпевший. Так, по интервью ответил мне. Хотели они потерпевшие? Их нету, они не потерпевшие, они об этом сами говорят. Они якобы потерпевшие. Вот дадите интервью, пожалуйста, мне. Папа, мы тебя любим, папа. Ждем, пока ждем, стоит.